Всем привет, на связи Fratminer. Рассказываю об актуальном проекте новенькой метавселенной под названием Second Life, которую спонсирует сам Binance Lab, что намекает на неплохие шансы проекта на успех. В этом проекте мы с вами будем добывать бесплатно нативные токены BIN, и накопив определенное количество этих BIN, мы сможем их отправить на фарминг токенов самой игры Second Life, SLT. Итак, как принять участие? Переходим по ссылке в описании на сайт. Также ссылку оставлю в закрепе под видео. Переходим на сайт через MetaMask в моем случае. Регистрируемся, подтверждаем почту, создаем аккаунт. После чего нажимаем на значок силуэта в верхнем правом углу. Сейчас наглядно покажу через свой кошелек. Вот силуэт человечка. Нажимаем туда. Далее нажимаем на миссия центр, то есть центр миссии. И видим то, что каждый день можем бесплатно получать определенное количество монет BIN. Также за небольшую комиссию каждый день вам доступен клейм 20 токенов BIN. Комиссия в размере 0,24 BNB. Также эти токены BIN можно заработать, подключив свой Twitter аккаунт. За это дают 3 коина. Ну и посмотреть количество всех этих BIN можем на вкладочке Wallet. У меня на данный момент 69 токенов BIN. Я уже первую партию отправил на фарминг, то есть протестил эту систему. Сейчас коплю на второй раз. Итак, чтобы отправить наши токены, заходим во вкладочку Earn. Здесь мы видим, что заблокировано у нас 69 BIN. Разблокировка токенов BIN происходит только раз в неделю. Это понедельник с 8 до 10 утра по UTC. То есть 2 часа дается на разблокировку. И в количестве от 100 штук, то есть нужно как минимум 100 токенов BIN накопить. Накопили 100 токенов, ждете 8 утра по UTC, самое главное, будьте внимательны. И в этот момент у вас активируется вкладочка Claim. Нажимаете на вкладочку Claim, у вас ваши токены разблокируются. После этого, вот видите вкладочку Stake. Вот в этом вкладочке у вас появится разблокированное количество BIN. Жмете затем на Max, то есть максимально выбираете, и Confirm. После этого ваши BIN отправятся на стейкинг, на фарминг токенов SLT. На сайте видим то, что у меня накопилось определенное количество токенов SLT. И я вот на первом заходе отправил 229 токенов BIN. И они сейчас у меня спокойно фармят токены SLT. Это уже токены самой игры Second Life. Этот проект активно уже пиарит на Западе, то есть за рубежом. Она очень популярна становится. Игра еще находится в стадии разработки, но она уже очень-очень популярна у всех на слуху. Если зайдем на Twitter, то сейчас найдем мы их Twitter, Second Life, то у них уже 295 тысяч читателей. Дальше, сейчас я вам покажу то, что их проспонсировал сам Binance. Вот они получили 30 миллионов долларов
от Binance Lab на как бы продвижение и на развитие всей своей платформы. На самом сайте можем увидеть то, что у них уже есть marketplace, там продаются всякие ништячки. Если зайдем, то сможем увидеть там по 3.8, по 5 BNB продают вещички. То есть активно уже начинается развитие всей экосистемы. Вот видим там щеночки, разные комнаты. То есть это пока еще все находится на стадии разработки, но уже очень-очень активно все это дело продвигается. Есть аватары, есть всякие там еще другие ништячки, вот в виде комнат, в виде локаций, то есть это уже как бы своего рода как бы локация, на котором можно будет в будущем находиться и устраивать там какие-то различные, не знаю, посиделки там с друзьями или там со всеми другими людьми, которые там есть в игре. То есть определенно в будущем это будет очень популярно. То, что за проектом стоит Binance, определенно вселяет очень огромную уверенность в дальнейшем развитии этого проекта. Так как на данный момент он находится в самом, можно сказать, начальном этапе своего развития, и у нас с вами есть шанс фармить бесплатно токены этой самой игры. На этом у меня все. С вами был Фред Майнер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также всю актуальную информацию можете найти у меня в телеграм-канале. Подписывайтесь. Будьте в курсе всей актуальной информации. Всем спасибо. Удачи. Пока.